День памяти и скорби. Сколько гордости и грусти в этих словах. 22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, началась самая кровопролитная и жестокая война всех времен – Великая Отечественная. По всей России, в честь подвига советских солдат, что своей грудью встали на защиту Родины, в 4 утра зажглись миллионы огней памяти. Кровопролитная, жестокая война искалечила тысячи судеб и унесла 27 миллионов жизней. Есть лишь одна мера, которой можно измерить подвиг солдат Великой Отечественной войны – это освобожденная Родина, земля наших предков. Ради этого поколение победителей вынесло на себе тяжесть тех горьких дней. В этот день началась одна из самых страшных и тяжелых войн в мировой истории, которая показала безжалостность и жестокость, но и в то же время показала героизм, силу, духа, борьбе за независимость Родины. Утро 22 июня. Пока люди мирно спят, самолеты фашистской Германии бомбят границы Советского Союза. «Наше дело правое, враг будет разбит». По всей стране звучало радиосообщение Наркома внутренних дел СССР. Впереди 1418 дней и ночей ожесточенных боев. Много жизней унесла та война, но благодарные потомки бережно хранят в сердцах подвиг дедов и прадедов, что подарили нам мирное небо над головой.